Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США. Как сообщает портал Lenta.ru, командование воздушных сил Украины на своей странице в Facebook обвинило Россию в имитации ракетных ударов по эсминцу США. Украинская сторона заявляет, что инцидент произошел 23 декабря, когда два российских Су-24М под прикрытием истребителей Су-27 совершили над акваторией Черного моря маневр, напоминающий имитацию атаки крылатыми ракетами. ВВС Украины убеждены, что учебной целью для российских самолетов был американский эсминец «Рос», который как раз в тот момент и заходил в Одесский порт. Украинские военные пожаловались и на российскую приватизацию акватории Черного и Азовского морей. Сообщается, что это происходит потому, что ежемесячно Россия только расширяет зону своих военных учений в этих регионах. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военное дело.ком.